это красивые виды, можно посмотреть на каналы с другого ракурса, то есть романтика, спортивные мероприятия, полезно для здоровья, ну и море позитива. Прекрасный фестиваль, отличное настроение дарит. Мы уже второй раз участвуем, поэтому только за. Второй раз встал, но я всю жизнь занимался греблей на байдарке. Поэтому я с детьми вот решил сегодня освоить доску. Очень понравилось. Главное было дойти до финиша. Я поэтому не останавливался и шел, шел и шел. И как видите, дошел. Трудность была в том, что мы вынуждены были ограничить количество участников, потому что были требования, и мы, конечно, остановили регистрацию и не допустили, к сожалению, всех желающих, потому что очень много нам звонили, спрашивали, ну, увы, как бы правило есть правило.